Время 9:30 утра. Я иду на занятие по декупажу. А до этого хочу забежать в ателье. Нужно кое-что отдать, подшить. На улице -12. Идет легкий снег. Пушистый, новогодний. А вот это ателье. Свет горит, значит, работает. Хозяйка ателье. Здравствуйте. Люба. Здравствуйте. Замечательная рукодельница. Люба, что ты делаешь для священнослужителей? Деньги собираю. Ну, слушай, я не про то. Давай, давай. Вот у них тут такой красивый аквариум. Со скаляриями. Святая святых. Сколько всего тут, боже, я тут у вас даже не проходила сюда ни разу. Для святых, святых надо, ну, хотя бы прибраться. Ну а что, у вас нормально, Люба? У вас все хорошо, все аккуратно, все разложено. Ну, показывайте. Что это такое, Люба? Расскажите, пожалуйста. Это облачение священника. Одни из элементов, скажем так, тут не хватает. Филония. Вот это вот относится к наградам. Называется набедренник. Вот это пояс. Это все элементы богослужебного облачения. Это все вы шьете сами, все оформляете. Да, все шьем, но вот это вот конкретно переделывается. Угу. То есть это старое выпарывается, то есть старое убитое мне дают облачение. Я его выпарываю, отстирываю, пятна выводим. И вот эти вот все проклейки, все вот это вот новенькое. Все новое. Да, все, кроме материала и крестов, остается все новое. Это, конечно, еще все недошитое. А это что такое? Ну, это то же самое. Это от этого же облачения вот такие вот поручи. Ага. Так называемые. Такие нарукавники. То есть их завязывают и... Типа как манжеты. Типа манжеты, да. Называется поручи. Красота. Люба, я знаю, что вы вот такие же делаете сами, еще и вышиваете. Конечно, вот конечно. Такую вот, Люба умеет еще вот такую вышивку делать. К ней едут священнослужители практически со всей Москвы. Ну, что? Это вот детский стихарь. Это на ребенка, ну, где-то 5 лет. Угу. Лет 5. Это вот еще не дошитый. Ага. Голубого цвета. Голубой цвет это... Каждому цвету соответствуют определенные праздники. Вот конкретно голубой цвет – это цвет Богородицы. Mm-hmm. То есть на богородичные праздники одевается голубое облачение. Понятно. Ой, красиво. Закрома, закрома родина. А вот это вот мы делаем на воскресную ярмарку. Благотворительная ярмарка такая. Вот такие вот полотенчики. Ага. Вот. В русском стиле. В русском. Матрешки. Люба, вот эту вот матрешку все сами вышивали, все-все-все. Ой, да. Вообще. Ну, вообще машинка, конечно, вышивала. Нет, но все равно же это все надо, да, нарисовать, разметить. Так, вот тут это вот. Это тоже все сделано. Да, ну тут вот, вот все, конечно, это завалы, просто завал. Авгиевы, конечно, красиво. Которые надо разбирать. Все оформлено. Все очень уютно, растения шикарные, шикарный аквариум и, конечно, хозяйка. Это примерочная. Красивая табуретка, самодельная. Я принесла своей Танюше вот эти кружева связанные. Хочу, чтобы мне пришили их наволочками. Люб, ну это надо все будет отутюжить, все, да? Все отутюжим, закрепим, пришьем. Можно еще как-то ленточки, может быть, атласными оформить. А какого цвета? Разного цвета, любого цвета. Не ленточек знаю, насчет... у нас много. Было что-то такое. Ага, а Люба сейчас что-то как мастер мне предложит, как это красиво что? Оформить. Потому что я-то в этом вообще не соображаю ничего. Как вариант? Да.
Люба, делайте можно на свое усмотрение. У вас хороший вкус, а я сама в этом. Либо от края отступить, вот так вот они посерединке, да, где-то между краем и вот связаны. Либо совсем в край. Наверное, лучше вот так вот пришивать, когда это все будет ровненько. Да, да, да. Ну, конечно, будешь смотреть. Конечный результат. Да. Приду, покажу, а Люба нам еще приготовит еще какие-то подделки, да, Люба? Постараемся. Да, да. Люба еще хочет что-то показать, но решила сначала все это дело отутюжить. Конечно. А тут так и не увидеть. Это мешочки. Для чего они? Такие мешочки для просфор. Тут у нас есть специальная ручка, которая исчезает при влажной тепловой обработке. Что? Не поняла, что еще раз? Ну вот, видели, линии расчерчены были? Не, не видела. Нет, ну, вот так вот. Эх, вот эх. Так вот. Сейчас я вам фокус покажу, возможно. Фокус? Да, фокус. Вот у нас есть такие ручки для кройки и шитья. Как шарик. Да. Делают тонкие линии. Вот половина стержней закончилась. Ну, вот. Которыми, да, рисуем, отмечаем что-то. Ну, да. Вот. При влажной тепловой обработке они исчезают. А, это специальные такие. Да. Будто не было. На самом деле, это не специальные ручки. Это ручки называются «Пиши-стирай». Продаются в Ашане. Вот так вот. Да. Ну, очень красиво. Это на машинке, да, вышло? Да, это все на машинке, конечно. Все заготовки. Чуть надо доделывать. Очень красиво. Я же готова видеть это все красиво. Ну, понятно. Сейчас пока это... Ну, это все так. Полуфабрикат. Да, точно. Респирант. А, все так красиво. Ну, просто прелесть. Так вот все оформлено здорово. Вот так оформлен прескурант. Люба, молодец. Иду дальше. На улице сказка. Бегу, опаздываю уже на 5 минут на занятие. А здесь подготовка к Новому году идет полным ходом. Какая красивая елка! Зашла, тут лестницы, вешают транспаранты, и мне это напомнило карнавальную ночь. Вот здесь у нас проходят занятия. Я его тоже купила. Да. Вот. Вот это, вот, это то, что называется брошировка, брошерование или брошировка. Это супер, мне нравится. Это фактура дерева, видна. То есть она выжигается, и получается фактура дерева. Это называется вот холодный фарфор. Техника холодного фарфора. Там вообще сумасшедшие вещи делают. То есть вообще не отличишь от натурального. Она у меня внучка распорочила, я вам принесла. Галя, ты что будешь делать? Я хочу сделать вот у Лети такую штучку. Хочу сделать. Я не сегодня ничего не буду делать. Я в 11 я пришла с бразильцами. Вот. Пластилин, назовем это так. Вот. Отлично. Игрушки, смотри. Я это не делаю, просто мне подарили. Я говорю, что я разбила горшок. Вот, она... вот, мне вот такую штуку надо научиться делать. Это бумага. Это бумага, да? Тут это конкретно самый дешевый ашанский салфет. Сейчас я сниму быстро. Так, я к ней у меня где-то есть. Будет. Красота. Я ее, во-первых, еще она плохо покрашена. Ну, да, да, здесь да. Будет часть от кракелюрина, ну, да, с трещинами будет. И либо вот такие снежинки белые. Я купила себе этот трафаретик. И вот так вот штучка будет. Наверное, вот это. Ну, а для... вот это будет чем-то закрашено? Не знаю. Я обычно я ставлю на палочку. А шар, где вы такой купили? В Ашане. От 80, там, от 73 до 100, там, 20. В зависимости от диаметра. Пластик, это пластик. Да, брошюровка волшебная. Еще один шар есть. Но я его подгадила малость. Прям скажем, надо было по центру делать. Ну, тоже. То есть толк из него получится. Я собираю здесь вот это вот...
сделаю так же этих, вот этих штук надел, я думаю, что получится вот то, что... Да, потом можно это все покрасить. Да, и я буду также в голубой цвет, может и коричневым немножечко, либо пальцем, либо чем-то... Да, я с другой стороны. Ой, одноглазый из Чикаго. Ну, глаз второй, второй, я в общем приклеиваю. Понятно. Да? Дешевые глаза надо приклеивать. Дорогие, они с иголкой. Вот эти дорогие глазки, они по-другому и смотрятся. Ой, красота. Вот это брошки. Да, да. Здесь тоже надо немало подзаделать, вот это, чтобы железяку не было видно. Это сделано из шерсти. Можете взять в руку, посмотреть. Это сделано из шерсти, из кардачоса. Это и вот это что новое? Валяние, да. Это вот иголочки, это инструмент для этого. Ой. Вот, из, короче говоря, иголочка бьешь постоянно иголочкой, и она сваливается, эта шерсть, за счет того, что иголочки, они сами по себе, вы попробуйте наконечник. Красивая брошь. Директор, обращайтесь. С вами. Да. А вот здесь тоже надо вырывать или нет? Вы знаете, лучше вырвать. Во-первых, ровного края быть не должно. И все края надо обязательно общипывать, потому что будет видно. Вот ровный край, он виден кисточкой, просто водой. Смотрим, она легла хорошо. Она хорошо легла, она долевая картинка, она особенно то есть, и на круг хорошо легла. Послушная оказалась салфетка. И дальше мы берем клей. Разводим его. Нет, мы не разводим. Порядки наносим так же этот самый. Ну, лучше поэтапно разносить. То есть, временем 12 часов. Возвращаюсь с занятий. Сейчас мне нужно будет забежать на почту, а потом собираться на концерт. Сегодня вечером иду на концерт. Идем на концерт. Давно в центре не была. Да, ты посмотри. Ты знаешь, когда я выхожу в такие места, я не понимаю, что это улица. Ощущение инсталляции под куполом. Да. Вот эти огни, они так действуют магически. Направо. Смотрите. Ой, боже мой. Ну вот, девочки, в центре побываем, да? Ох. Ой, здорово. Господи, как же здорово. Да. Да. Так, ну девчонки улыбнулись. Улыбаемся. Улыбаемся. Помахали ручками. Молодцы. Ой, хочу такой платье. Ой, режьте не за этим. Красотули мои. И тебе идет эта шапка. Я тоже хочу такую. Ну, хочешь, может, давай мне... съездим, купим тебе. Повернись боком. А на этой шапке всем. Куда? В торговый это? Центр «Мост», в текстильщике. Кузьминках вечер продолжается. Сейчас пойдем смотреть, что там у нас, что... понастроили. Да.
Господи, как красиво, снег как. А посмотри, они там еще цифры сделали. 2019. А я не вижу. Ну, вот это он есть. Ну, 2019. Ой, как сказка. Как еще сказка. Снег. Ой, как же здорово, что у нас это построили. Рядом с домом, можно сказать. Мне это напоминает ВДНХ в советское время. Похожие павильоны, да? Да. Ой, смотри, смотри. Там у нас есть карусель для детей. Правда, не работает? Не работает. Ну что, пойдем прокатимся. Смотри, какие лошадки. Ага. Ой, они, господи, наверное, еще сказка. И скачут. Но не так. Катаются. Ой, там еще второй ярус есть. Слушай, сказка. Игрушка играет. Да, похоже на то. Класс. Сказка. Ой, какая елка настоящая. Вот это елка. И снег сказочный. Господи, смотри, елка какая. Какие игрушки. Из Советского Союза. Сказочное, да? Да. После концерта, да еще в такую сказку попали. Так, а теперь самое классное. Пошли. Тут еще и каток. Слушай, а ты видела вот эти коньки? О, да. Вот какие? Да вот же. Коньки 30-х годов. 30-х годов. Mm-hmm. О, Лёнь, карусели заработали. Проходит. Да. Ух ты! Можем смотреть, просто ради любопытства. Готовим блины с начинкой. Учимся готовить шарики с сыром и крабовыми палочками. Опять блины, шарики. А это что такое? Нет, уже выключили. Руки можно погреть. Можно вот сюда? Да. Засунуть и ну, погреть все, ручки. Не работает. Здесь еще даже есть вот. USB-порт, а, подзарядиться. Ага. Смотри, все придумано. Здорово. Прямо лошие ручки. Да снег-то какой. У нас сегодня день удался. Ну что, домой? Домой. А, это настоящее путешествие в Рождество. Господи, какую же красоту у нас тут сделали. В начале видео я проходила мимо этого ателье,
А сейчас мы с Олей возвращаемся, а хозяйка ателье все работает. Вот так. Какая дружная. Да. Все мы родом из детства. Да. Когда смотришь на эти фонари, возвращаешься в те времена, когда ты катался на горке, тащил за собой санки, мокрый, холодные руки и шел домой. И мне кажется, тогда в нашем детстве были фонари. Потом их много-много лет не было. А сейчас они снова стоят.